акушер Абакарова Патима Тропеевна. Специальность – акушер, гинеколог, стаж работы, стаж 25 лет, опыт работы 2002, Н. В. ФГБУ, НМ и ЦА, ГПИМ. И. Кулакова, Минздрава России, врач, акушер, гинеколог, образование 1995. Дагестанский государственный медицинский университет, лечебное дело, базовое. Образование 1997, Дагестанский государственный медицинский университет, ординатура. 2001, научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Кулакова, аспирантура.